Сейчас меня слышно? Сейчас посмотри, должно быть слышно. Ну все, тогда давайте начнем. Ну, во-первых, всем привет. Меня зовут Даня. Сейчас, секунду. Я являюсь амбассадором кружкового движения и один из трекеров на вашем мероприятии, который мета-челлендж. И сегодня я хотел рассказать про то, как вообще презентовать проекты, которые на защите, которые у вас будет 17 числа. Ну, во-первых, ошибки, которые допускает каждый, там, кого я видел, когда о них происходит защита, это они рассказывают очень долго, происходит перегруз в информации, которая есть в презентации, и сама по себе стилистика презентации не очень хорошая. Потом покажу на примерах, что происходит. То есть, какие решения, это за самые сжатые сроки рассказать, то есть в таком формате, как, например, если вы знаете, когда есть формат питчинга, вы заходите в лифт, и у вас есть ровно там минута, чтобы представить свой проект и донести самую важную мысль. Вот примерно в таком же формате у вас будет финальная защита. Вы должны подстраиваться под аудиторию, то есть каждый раз, когда вы делаете презентацию своего проекта, вы должны понимать, это инвесторы, это просто обычные слушатели, которые не понимают суть вашего проекта. Это там друзья, родственники, либо там кто-то еще. И у вас каждая отдельная презентация должна быть построена под эту публику. И вы должны понимать, что красивая презентация — это огромная часть успеха, которая поможет вам продвигать ваш проект. Если вы не заинтересуете людей, кому вы хотите донести эту мысль, то ваш проект так и останется просто кодом у вас на типа компьютере и не выйдет никуда дальше. Вот в самой презентации постарайтесь не углубляться в ваш код, то есть вы должны будете продемонстрировать ваш готовый продукт, что вы сделали за все время мероприятия. Вам эксперты уже за время чекпоинтов и заранее посмотрят, что вы написали, и оценят это. Вам остается главное продемонстрировать, почему вы являетесь крутым продуктом, почему вас должны поверить, и почему ваша идея офигенная, и ее должны использовать. Вот насчет подстраивания под аудиторию. Ну, я уже сказал, что использовать одну и ту же презентацию под все виды аудитории — это неправильно, потому что это просто не сработает. Это сработает там на одной публике, на остальных это останется это впечатление, что вы доносите им не ту мысль, которую должны. Также вот пример презентации. Она очень перегружена. То есть очень много информации, ты не понимаешь, где сфокусировать свое внимание. Ты должен каждый раз показывать там указкой, либо там пальцем условным, что происходит и куда нужно смотреть.
Вот пример другой презентации. Каждый отдельный блок выделен. На одном слайде одна мысль. И человек, когда смотрит на этот слайд, он понимает, что ему хотели донести. Также вы должны доказывать аудитории, почему вы правы. То есть просто сказать, что ваш продукт крутой, потому что он крутой, это будет странно. Поэтому обоснуйте вашу идею, мысль. Например, если вы писали каким-то экспертам, которые вас оценили, вставьте это в презентацию или расскажите просто об этом. Если вы проводили какие-то научные исследования, просто там вставьте страничку этого исследования и объясните, что это такое. Если вы делали какие-то другие, у вас есть доказательная база, тоже покажите это, потому что если эксперт увидит, что вы провели большую работу и вы можете продемонстрировать, что вы правы не просто так, то это будет вам только в плюс. Также расскажите про будущее, что вы хотите делать с вашим проектом дальше. Потому что во время презентации вы должны заинтересовать нынешние идеи, которые у вас есть, и показать, что вы сделали там вот MVP. В дальнейшем же вы должны развиваться, и поэтому там инвесторы, либо люди-эксперты, которые смотрят, они должны понимать, в каком направлении вы хотите двигаться и что вам нужно, в принципе, для реализации этого всего, как они могут вам помочь и, возможно, связать вас с какими-то людьми. Также должен быть, конечно, слайд про команду, что у вас происходит и кто за что отвечает. Там вкратце расскажете просто, кто что делал. Ну и можете оставить контактную информацию, чтобы в конце вот вы закончили, у вас будет, вы будете отвечать на вопросы, и любой другой сможет связаться с вами и задать какой-то вопрос. Как там есть цитата, я не помню, кто ее говорил, что после презентации вы должны оставить слушателя голодным, чтобы он потом написал вам и спросил больше, ему стало интересно. В принципе, по презентации все. Потом мы скинем вам сейчас. Мы скинем вам презентацию, вот эту и еще шаблон, который будет, по которому вы можете ориентироваться. То есть мы считаем, что вот это поможет вам сделать презентацию лучше, и эксперты лучше ее оценят. Но вам не обязательно делать точную копию, которую мы вам вышлем. Это как пример, просто чтобы вы потом подстраивали, не делали под копирку все. Так, что еще там осталось? В принципе, еще у вас будет анкета, вам нужно будет ее заполнить. Мы ее сегодня, наверное, вышлем. И не забывайте про дедлайн. У вас 12 в ночь уже будет дедлайн. Сделайте презентацию и чем раньше, тем лучше вышлите ее. В принципе, как-то так. Если есть какие-то вопросы, можете задать в чат. Я сейчас слежу за чатом. Если я не ошибаюсь, они во время всех чекпоинтов они оценивали уже, ну, то есть они смотрели, что у вас написано, и прямо перед финальной защитой вы там выпустите финальный релиз вашей версии там, проекта, приложения, не знаю, бота, и они перед самой защитой посмотрят этот код.
Есть какие-то еще вопросы? Напишите нет, если нету, чтобы я понимал, что дальше ничего не надо делать. Все тогда. Если что, пишите в личку там, либо в трекером любым для связи, если будут какие-то еще вопросы по поводу презентации. Ладно, спасибо. Тогда всем пока.